Ой, столько стилей мне близки, все абсолютно разные. Если брать в одежду, то я могу одеться платье в пол в таком стиле Dior, а могу одеть вообще джинсы, какие-то майку, кеды и побежать куда-то по делам. Собственно говоря, это все время, это все время случая и позиции, как бы удобства, что тебе надо, смотря какое мероприятие. Если ты идешь на какое-то мероприятие общественное, то, естественно, ты одеваешь какие-то там коктейльные платья, либо вечерние платья. Если я еду куда-то на гастроли, то я одеваюсь удобно. Я одеваю кроссовки, я одеваю джинсы, какие-то спортивные костюмы, майки, бейсболки, кепки, шапки. Абсолютно разные стили в одежде. Что говорить про дом, я бы сделала в стиле ампир. Очень нравится мне этот стиль, мне кажется, очень красиво и как-то вот близко ко мне.